прекрасны, значит, ваша душа также прекрасна. А сегодня у нас мы продолжаем тему исцеления. Продолжая, сегодня мы узнаем 5 шагов к исцелению с таким необыкновенным, замечательным человеком, как Александр Ивчик. Потому что чудеса происходят поистине с каждым учеником, который к нему приходит, который когда-либо узнал про него и открыл для себя, как своего учителя. Александр Ивчик – парапсихолог, ясновидящий, целитель, биоэнерготерапевт, мастер рейки, член Ассоциации народной мануальной терапии, автор множества книг, автор множества методик изменения жизни, благодаря которым мы, используя свой потенциал, внутренний потенциал, меняем в своей жизни. И я хочу сказать буквально пару слов. Сегодня, вот на днях позвонила мне Галина Сафронова, или Сафонова. Если вы здесь есть в чате, поставьте, пожалуйста, плюсик, Галина. Вот, она никак не могла попасть на курс, и никак не могла, пишет письма, и не получала от нас ответ. И в итоге она позвонила мне на телефон, и наконец-то мы с ней разобрались, почему мы не получали ее письма технически. Ну вот таким образом завязалась переписка, завязалась дружба вот посредством телефона. Если кто-то не может до нас достучаться посредством писем, дозваниваются посредством телефона. Это умеют все. И вот она на днях позвонила и сказала: «Ой, Света, это просто чудо. На вебинаре, который был 3 мая, действительно произошло чудо со многими участниками, просто вот на простом вебинаре, в свободном доступе она получила исцеление. Была боль, не помню уже чего точно, но она получила исцеление». Но в этот момент моя душа, ну, я даже и плакала, и рыдала от счастья, потому что это работает, потому что то, что мы приносим людям, это приносит пользу, и это нас, организаторов, тоже очень радует. Вот, Ирина тоже пишет: «Сняла боль». Спасибо вам, девочки, мальчики, огромное за вашу обратную связь, за ваши письма. А какие чудеса происходят у учеников, я вот уже, наверное, если дадите возможность, я прочитаю, если мне вот дадут возможность, а то мне сказали коротко, вот просто такие невероятные отзывы у меня есть. Ну, прочитайте в письме. Я думаю, организаторы вам, может быть, тоже сделают вот эту вот картинку, скриншот, фото экрана с чатом Александра Ивчика, какие там происходят чудеса, как исцеляют, ну, ученики уже сами исцеляют себя, своих родных и близких, даже от инсульта. Это просто невероятно. Итак, добрый чат Виргис очищает, потому что на таких больших мероприятиях, как обычно, бросают левые ссылки. Мы рекомендуем не нажимать, это угроза вашему компьютеру. Да, по поводу, вот здесь вот у вас шрифта, чтобы его увеличить, вот здесь в основной комнате, вы можете нажать колесико в правом верхнем углу, такая шестереночка, и там шрифт увеличить до 18. Ну, кому какой нравится, чтобы вам было удобно читать. Так, добрый путь. Александр, передаю вам микрофончик. Всем добрый вечер. Как меня слышно? По 10-бальной шкале поставьте, пожалуйста. Замечательно. Слышно хорошо. Я рад вас приветствовать. Рад, что вы сейчас в такое замечательное время могли бы где-то отдыхать, выходные, суббота. А вы сейчас пришли на вебинар, который
Ну, я думаю, для многих из вас будет просто знаковым, и вы узнаете очень много, и я думаю, что каждый из вас вот, немножечко по-другому посмотрит на те свои возможности, которые у вас есть. Потому что очень часто я слышу такие слова, как «я это, наверное, не смогу», потому что вот тот талантливый, я это не смогу, потому что у меня мало энергии, вот, я не знаю, как это получится у меня или нет. Я вам хочу сказать, что в чем вы сомневаетесь, вот в этих всех, значит, каких-то постулатах о том, что нельзя жить без таблеток, о том, что нельзя себе помочь, о том, что эта болезнь уже имеет застарелую форму и хроническое, все можно помочь. Каждый из вас может помочь себе, родным, близким. Что для этого надо? Для этого надо, чтобы у вас были знания, которые я постараюсь вам дать. И для этого надо, чтобы вы работали. Понимаете, нигде не бывает просто так ничего. Ну, нельзя получить без труда что-то. Вы знаете поговорку, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Нужны действия. Если вы хотите добиться успеха, то нужно обучаться, нужно делать действия. И тогда успех придет, он просто не может прийти. Ну, а в связи с тем, что сейчас Вселенная изменилась, вибрации меняются, и мы с вами меняемся, то я вам просто объясню по-простому, почему сейчас каждый из вас может быть целителем. Если еще даже 10 лет назад, даже 5 лет назад это было невозможно для такого огромного количества людей, для широких масс, то сейчас это вполне возможно. Смотрите, мы живем с вами в определенном пространстве. В этом пространстве есть определенные вибрации. Эти вибрации, ну, творит природа. Это природные вибрации. Это вибрации рек, морей, гор, океанов, земли, деревьев. Все, что нас окружает, животных, насекомых, все создают определенные вибрации. Плюс мы с вами тоже вибрируем на определенной частоте. И вот чем отличается целитель от простого человека? Целитель от простого человека отличается только тем, что он может вибрации головного мозга опускать на определенный уровень, на тот уровень, на котором можно получить информацию, можно делать какие-то действия. Раньше это был уровень 7,83 Гц. То есть нужно было, а у нас мозг вибрирует на частоте 21 Гц. И вот нам, человеку, который обладал такой способностью опустить на такой уровень вибрации свой мозг, он и был целителем. Вот таких людей было достаточно много, но в то же время и достаточно мало. Они не были на каждом шагу, так как вот в данный момент у нас есть такая возможность. То есть сейчас что произошло? Если раньше вибрации пространства, в котором мы жили, были 7,83 Гц, то сейчас вибрации пространства, в котором мы живем, от 12 до 40 Гц. Что это значит? Например, вчера вибрации были 17 Гц, сегодня вибрации еще выше, 17 там с хвостиком. Что, о чем это говорит? Что сегодня, вчера и дальше, потому что вибрации и дальше будут подниматься, нам не нужно опускаться на 7,83 Гц. Нам нужно опуститься на 17-18 Гц. Что это значит? Какое это состояние опуститься на 17-18 Гц? Когда вы о чем-то задумались, ну, например, представьте, что вы возле речки находитесь. У каждого своя речка, кто-то был где-то или возле моря, или где-то в лесу. Вот представьте сейчас.
Вот сейчас вы находитесь на частоте 17-18 Гц. Вот сейчас вы уже находитесь в том состоянии, что вы можете оказывать помощь другим людям, можете оказывать помощь себе. Почему так легко на прошлом вебинаре у нас там сотни людей в прямом эфире сами себе оказали помощь, сами себе убрали боль? Единственное, я хочу вас предупредить, убрать боль — это легко сейчас. Применяя те технологии, которые я даю, они очень простые, доступные, и они супер работают. Но это не самое важное. Да, вы уберете боль, но тут нужно подойти комплексно. Когда я начал только заниматься всем этим, я был очень больной, куча проблем. Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чат, кто первый раз пришел на вебинар, кто не видел меня, кто не участвовал в моих обучениях. Ага, достаточно много людей. Значит, смотрите, друзья, что я вам хочу очень коротко рассказать, вот то, что было, чтобы вы понимали, как это и что происходит. Когда вот у меня это было еще 6 лет назад, я был очень больной человек. До этого, в 2003 году, у меня было 6 операций на глазах, и я стал слепой. Ну, с Божьей помощью и с помощью того, что я не сдался, вылез я с этой ситуации, восстановил зрение. Затем порыв собственной связки надколенника. Сказали, буду инвалидом, без вариантов, в лучшем случае на костылях. Хожу, бегаю, прыгаю, вот, езжу на лыжах, катаюсь, абсолютно нормально. Вот, затем перекосило, глубочайший порез лицевого нерва. За 10 дней справился. Некоторые люди не могут справиться с этим никогда. Значит, дальше, полинейропатия, отказали руки-ноги, за 3 месяца справился, все стало нормально. То есть, смотрите, я искал возможности, как вот исцелиться. Я не искал причину, почему это произошло. Потом я уже понял, почему это произошло. Вначале я искал возможности, как исцелиться. Проходил кучу обучений, притом очень дорогие. Я проходил обучение, которое стоит $5000, $3000, $1000. Вот. При том, что у меня долгов было столько, что это просто уму непостижимо. У меня больше $230000 долга было. Плюс ко всему, в семье до развода доходило. И вот в такой обстановке я искал выход. Выход, как выйти, как выздороветь. Вот. И когда я начал обучаться, я смотрю, то помогает, то не помогает, то есть результат, то нету. И даже вот те люди, которые у меня проходили обучение первый год, второй год, они, я давал совершенно другую схему. Все было совершенно по-другому. Почему? Потому что с каждым днем все развивается. И я шел по пути упрощения. Я попробовал упростить абсолютно все. И вы знаете, в простоте находится решение всех вопросов, которые нас с вами беспокоят. И вот я пришел к выводу, что может нам помочь быть здоровыми. Что может нам помочь, помогать себе, мало быть здоровым, самому стать. Мы же живем в обществе, мы живем в окружении родных и близких. Да как вы себе поможете, а родным не поможете? Так же не бывает. И я-то начал этим заниматься только потому, что родные и близкие, когда я начал выходить с этого состояния потихоньку, родные и близкие начали обращаться. И я заметил, что у меня лучше получается помогать кому-то, чем помочь себе.
И каждый человек, который приходит вот на обучение, он это замечает. На первом этапе это действительно так, что лучше помочь кому-то, легче помочь кому-то, нежели себе. Но это если мы будем делать определенные действия, не понимая, что и как делаем, что и как живем. И вот за это время я вывел такую формулу, формулу успеха. И вот эта формула успеха, это 5 шагов к исцелению или как быть здоровым без таблеток, вот эту формулу я сейчас буду давать на обучении. Обучение, которое будет у нас продолжаться достаточно, ну и короткое, и длительное время, кому как. И вот когда вот эту формулу я вывел, то я увидел, что не надо быть там, знаете, как вот есть некоторые там экстрасенсы или некоторые бабки там впадают в определенное состояние, чуть ли головой не бьются об стол, там глаза закатывают, что-то там разговаривают, махают руками, там еще что-то делают, или цепляют огромное количество, вот сейчас мода разных образов, икон, крестов и всего-всего-всего остального, одевают разную одежду. Сейчас этого не надо, это надо было раньше. Зачем это было надо? Для того, чтобы когда вы приходили к бабке или к детке к этому, чтобы у вас возникала вера, чтобы вы верили. Вы заходите, а там целый иконостас стоит разных икон. Вот. Ничего, что они там по 3 копейки стоят, но это целый иконостас. И вот это у вас вызывает доверие. Или вы заходите, а там какой-то шаман с бубном, в одежде, у вас вызывает это доверие. Вот это нужно было только для этого, чтобы вызвать у вас доверие. Когда я начал искать, я понимаю, что все в этом мире намного проще. Каждый орган у нас, он взаимодействует с другим органом. То есть у нас организм в целом, это самонастраивающаяся структура. И если выходит со строя где-то что-то, какой-то участок, какой-то орган, то страждает и страдает вся структура нашего физического тела. Поэтому нужно настраивать полностью не только физическое тело, не только каждый орган, а нужно настраивать структуру под названием вот, «я». А «я» это не значит только физическое тело, потому что есть еще тонкие тела, многие из вас знают. Есть еще у нас то, что, с чем мы работаем. А с чем мы работаем? Это мысли, это слова и это действия. И от этого зависит наше здоровье, от этого зависит, как мы себя чувствуем. Поставьте, пожалуйста, новички, только те, кто первый раз пришел. Те, кто пришел не первый раз, можете не ставить, я уже знаю, что вы прошли много обучений. Поставьте новички, какое количество обучений вы вот прошли. Если одно обучение, там единичку поставьте. Если два, там двойку. Ну, например, там прошли Нарбекова, Сильву, там обучались у Печева, еще у кого-то. Кто не проходил обучение, поставьте 0. 12, да? Ух ты! 1, 3, 5, 12, 5, 1, 2, 2. Да, достаточно много у нас есть сегодня, 5, 3. Достаточно много у нас есть и те, кто вообще не проходили. Это 34 диплома, и толку мало. Жанна, спасибо за откровенность. Вы знаете, у меня тоже огромное количество дипломов, сертификатов, но пока я не начал заниматься сами, пока я не начал искать, в чем же корень, то толку действительно от этого мало. Я вам хочу сказать, те, кто не проходил вообще никаких
обучений – это самые-самые лучшие, самые любимые мои люди. Почему? Потому что у них нет определенных убеждений, что им там в голову вбили всякую непонятную вещь. Вот. И очень часто эти вещи, эти знания как раз и мешают. Мешают почему? Потому что когда у вас есть знания определенные, то вы тратите на то, чтобы поддерживать в определенном состоянии эти знания, вы тратите очень много энергии. А мы с вами на 30% состоим из энергии. Но это я приблизительно, я не могу вам точную цифру сказать, потому что некоторые задают, откуда ты знаешь, что на 30%? Но я рассуждаю просто с другой стороны. Если взять вот нашу каждую клеточку, в каждой клеточке есть ДНК. ДНК длиной 2 метра. Что такое ДНК? Это структура, которая управляет нашим физическим телом. И там находится абсолютно вся информация. То есть это информационная структура. Так вот, если вы можете себе представить триллионы клеточек, не знаю тоже, точно не считал, вот сколько клеточек, не знаю. Ну говорят там, кто-то говорит 160 триллионов, кто-то говорит там 70, кто-то говорит там 10, не знаю, не могу сказать, не считал. Так вот, вот такое количество, если ДНК развернуть вот это все, то у нас три раза вокруг земного шара можно обвернуть, ну такую ленту сделать. Поэтому мы на 69,8%, опять же, плюс-минус трамвайная остановка, состоим из информации. 0,2%, маленькая часть, это наше физическое тело. И на 30% это энергия. Потому что благодаря энергии мы с вами живем. Если у вас нет энергии, то вы жить не сможете, естественно. Так вот, смотрите, 30% у нас энергии, мы состоим из 30% с энергии, а 70% болезней от недостатка энергии. Можете себе представить? То есть 70% проблем мы можем решить, просто восстановил энергетический баланс. Так вот, когда я начал вот это все немножечко изучать, когда я начал все смотреть, то я увидел определенную закономерность, что для того, чтобы настроить вот наше физическое тело и наше я, нужно действовать по определенной схеме. И вот эту схему я вам сегодня дам. Еще я что вам хочу сказать. Наше физическое тело – это только лакмусовая бумажка. То есть на лакмусовой бумажке что отражается? То, что мы хотим увидеть. Точно так же у нас на нашем физическом теле отражается то, что происходит на тонких телах. А у нас кроме нашего физического тела есть еще 6 тонких тел. И вот то, что происходит там на тонких телах, отражается вот здесь на физическом теле. Когда я работаю, вот звонят родители, говорят, проблема с детьми. Я с детьми не работаю, я работаю с родителями. Потому что проблема детей – это проблема родителей. И когда, потому что мама напрямую связана с ребенком, и ребенок является лакмусовой бумажкой мамы. Вот теперь смотрите, чтобы нам с вами добиться какого-то результата, для того, чтобы четко вы понимали, что мы можем по определенной схеме помочь любому человеку. Притом, неважно, кем вы работаете, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какой у вас уровень знаний, неважно, на каком этапе развития вы находитесь, вы, применив вот эти техники, вы можете помочь себе, родным, близким и так далее. Вы можете элементарно просто, вот есть везде в соцсетях выставлено, есть у нас
Техника, которую я всем дарю, называется «Работа с цветами». Это универсальная техника, которая творит чудеса. И вы можете там взять эту технику, я не знаю, подписаться, посмотреть ее, вот, изучить, и вы будете точно так же себе помогать, как вот многие люди помогают после 3 мая семинара. Как убрать боль? Тоже простейшие техники. Итак, какие же это 5 шагов? Потому что я вижу уже нетерпение тех, кто ходит на вебинары как на работу. Как написал один мужчина, говорит, ну халявщик я, ну люблю я бесплатное, все то, что дает бесплатно. Ну не хочу я платить. Вот. Ну я не возражаю, для этого я вам и даю те техники, чтобы вы могли помочь себе, если вы считаете, что не надо за это платить. Это абсолютно нормально. Так вот, какие есть у нас 5 шагов? Нет, давайте я вам задам еще один вопрос. Сейчас у нас в чате мне очень важно, почему я говорю, мне это очень важно знать. Потому что те знания, которые вот идут, они накрывают определенную территорию. И я должен понимать, какую территорию мы с вами сейчас накрываем вот на земном шарике. Напишите, пожалуйста, в чате, с какого вы города или с какой страны, чтобы я понимал, какая география у нас и как мы... Сергей Васильевич... Сумы, Екатеринбург, Лондон, Санкт-Петербург, Одесса, Москва, Италия, Белоруссия, Приднестровье, Урал, Львов, мне сложно даже читать, Соединенные Штаты, Москва, Краснодар, Хабаровск, Латвия, Литва, Израиль. Казахстан, Молдова, Сибирь, Нью-Йорк, Светлана, Ставрополь, Курск, Таллин, Эстония, Киргизия. Приветствую Киргизию, Казахстан, Кемерово. То есть смотрите, мы с вами практически Новосибирск, Мурманск. Супер, ребята, вы просто молодцы, потому что у вас уже Ванкувер, Канада, Грузия, Лондон, Англия, Германия, Молдова. То есть, смотрите, у нас сейчас география, мы практически сейчас весь земной шарик охватили вот своим присутствием. И теперь можете себе представить, что вот каждый из вас, если поможет себе и начнет помогать другим людям, мы закроем полностью весь земной шарик, и начнется меняться мировоззрение, начнутся изменения у людей, и мы с вами сможем перейти на новый уровень, туда, куда мы с вами стремимся. А куда мы с вами стремимся? Мы с вами стремимся, хотим мы того или нет, в 5-е измерение. Многие говорят, а что такое 5-е там измерение? Вот сейчас мы с вами перешли в 4-е измерение. Что это такое? Это значит, что между мыслью и конечным результатом у нас очень сократилось время. Время реализации наших целей. А 5-е измерение, это когда у нас будет моментально. Подумал, тут же все материализовалось. Подумал, тут же все материализовалось. А теперь можете себе представить, что же вы можете надумать. Если нас с нашими мыслями сейчас запустить в 5-е измерение, то мы там все разрушим. Поэтому сейчас огромное количество людей просто уходит, просто умирает. Те люди, у которых низкая частота, те люди, которые не хотят двигаться в сторону изменения себя. Потому что только изменив себя, мы можем получить результат. Итак, 5 шагов.
Я бы рекомендовал вам записать, но у вас будет запись, прослушайте. Поэтому очень-очень важно, чтобы вы всегда вот имели эту запись где-то и выучили это все на зубок. Итак, первый шаг какой? Вот сейчас, чтобы целителем быть, я смотрю там что-то... Ага, Володя появился, фурор начался в чате. Да, Володя, привет. Вот. Кто такой Володя? Вернее, Владимир, я не могу даже Володю назвать Владимир. Вот. Один из моих учеников, который прошел два базовых курса, а сейчас у него работы столько, что времени нет, некогда голову поднять. Вот. Помогает людям. И это замечательно. Вот там привет послала Володе Наташа Литовкина. Первый человек, который со мной со дня основания. Первый методист центра, который занимается обучением людей, проводит семинары и двигается вперед. И тут очень много есть людей, которые уже достаточно длительное время со мной и у которых очень хорошие результаты. Но я хочу даже сказать вот то, что Володя проходил, это было, по-моему, 12 или 13 год, и он начал работать, то сейчас уже намного-намного все изменилось. Вот, и он постоянно присутствует на вебинарах, он постоянно видит, слушает то, что происходит, изменения. Но те изменения, которые сейчас идут, это несопоставимо с тем, что было раньше. Так вот, смотрите, первый шаг, 5 шагов. Первый шаг, очень важный, самый важный. Заметьте по значимости, где какой шаг находится. Первый шаг, это изменение мировоззрения. То есть, если наши болячки зависят от наших мыслей, слов и действий, то что нам нужно сделать? Самое первое, чтобы гарантированно был результат, это начать смотреть на мир по-другому. Особенно это касается зрелой молодежи, да и не только зрелой молодежи. Кто такая зрелая молодежь? Тем, кому после 65, тем, кому после 70. Это те люди, у которых уже устоявшиеся убеждения, при том железобетонные. Хотя и в 30 лет у некоторых есть такие, что и в 20, вот, что очень сложно разрушить. Так вот, что нужно понять? Поймите, дорогие мои, что ваши болячки возникают не потому, что вы что-то не то кушаете или не тем воздухом дышите. Это играет определенную роль, но абсолютно не основную. Я живу в Кривом Роге, где экологическая ситуация, правда, последних 5 лет я редко тут живу, но тем не менее, экологическая ситуация просто катастрофа. Когда дует ветер с Коксахима из Криворожстали, то дышать нечем. Вот, закрывай ты форточки, не закрывай, дышать нечем, на улицу выйти невозможно. Сейчас меньше. Раньше было вообще мрак. Но тем не менее, у меня есть один знакомый. Знакомый тренер по легкой атлетике Жорж Андреевич Каруца, которому в этом году будет 80 лет. Если вы на него посмотрите, вы ему не дадите больше 55-60 лет. Это настолько здоровый мужчина, который... Вот, чувствует себя прекрасно, мотается, ездит по городам и так далее. Но, а есть люди, которые основная масса, умирает в районе там 50-55 лет. Почему это происходит? Почему одни живут долго, а другие умирают в одних и тех же условиях? И если вы возьмете людей, вот, которые живут на берегу океана, моря, казалось бы,
Классно все, природа, рыба и так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее, у них продолжительность жизни не намного выше средняя, чем в том же Кривом Роге. Что является определяющим? А определяющим как раз является то, как люди смотрят на мир. Если вы смотрите с любовью на мир, если вы несете любовь, если вы с радостью живете в этом мире, то вы будете жить долго и счастливо. А если у вас постоянно злость, агрессия, чувство вины, страх, обиды, то что происходит? Вот это укорачивает наш век. Вот эти все симптомы. Потому что страх, обида, злость, агрессия, чувство вины – это все то, что приводит к спазмированию, это то, что приводит к застойным процессам, это то, что приводит к болоту в нашем теле. И наше тело начинает умирать. Сахарный диабет. Нету такой болезни. Это стрессовая ситуация, которая привела к определенному состоянию. Если мы начинаем делать правильные действия, я это обучаю на семинаре, как это делать, тогда у человека все уходит и сахар становится в норме. То же самое, другие самые-самые серьезные заболевания. Вся проблема в том, как мы смотрим на мир. То есть вся проблема в том, кто мы в этом мире. Если мы в этом мире видим себя как ученики, тогда все замечательно. Тогда мы с вами реагируем совершенно по-другому. А наша душа зачем сюда пришла в этот мир? Для того, чтобы пройти какие-то уроки. Если вы смотрите как с позиции жертвы, потому что что такое позиция жертвы? Мы чего-то боимся, страх. Сами себе придумали и потом боимся сделать шаг. Обиды, злость, агрессия – это откуда? Это состояние жертвы. И вот в каком состоянии мы с вами находимся, так мы и живем. А как выйти в это состояние? Вы можете задать вопрос, если есть у вас знакомые, кто проходил обучение у меня, то тот вам даст ответ. И я вам скажу очень коротко. Через любовь. Через состояние любви. Можете себе представить, вот есть много женщин, которые переживают от того, что мужья плохо к ним относятся, или вообще нету мужей, или еще что-то. Что происходит у них? У них внутри внутреннее состояние не самое лучшее. Хотите изменить его очень быстро? Я вам скажу, что делать. Представьте, муж постоянно пьет, ругается. А вы начинаете каждый день, по 100 раз в день, говорить ему, я тебя люблю. Как вы думаете, надолго его хватит пить и плохо относиться? Я думаю, что на пару недель не больше, а может и меньше. Если вы в день, что бы он ни делал, а вы ему говорите, что бы ты мне ни говорил, что бы ты ни делал, я тебя любила, люблю и буду любить всегда, потому что ты самый лучший. И ищите то, что в нем позитивного. И когда вы начнете искать позитив, начнете говорить эти простые слова, это я вам даю самое простое, то, что вы можете сделать уже сейчас. И у вас все абсолютно в жизни изменится, все. С детьми нету контакта. Да начните говорить им, не ругать их. Даже пускай они наркоманы, алкоголики, ничего не делают. Пускай они ведут себя безобразно. Не ругайте их, а говорите им, я тебя люблю 100 раз в день, ничего не требуя взамен. Вот когда вы начнете это делать, тогда у вас все будет супер. И тогда ваша жизнь поменяется. И у вас и здоровье улучшится, и все у вас улучшится. Потому что как мы смотрим на мир, если мы смотрим с любовью, через любовь, несем любовь, то мы это и получаем. Мир, который нас окружает, зеркало, в котором все это отражается. Все вы это знаете, только не понимаете, что нам в этом зеркале показывают,
Ну вот это я и объясняю на семинаре. Не понимаете, как интерпретировать то, что показывают. Вот это мы и проходим на семинаре. Поэтому у нас в чате всегда это феерия любви. Это огромное количество людей, которые меняют себя, видят, как меняются другие, сами начинают делать и меняются сами. Вот для этого нужно проходить обучение. Я приехал в Казань проводить живой семинар. Я провожу очень редко живые семинары. В этом году всего три. Вот 12 мая начинается в Сходнице, по 21 мая 10 дней обучения, это в Карпатах. Затем в сентябре с 9 по 19 будет в Черногории, Сутомора. И в октябре с 13 по 22 в Казани. Всего три семинара по 10 дней. Но, когда люди приходят на семинар, вот в Казани был последний семинар, и приходят повторно. Я говорю, зачем? Вы все знаете. Они говорят, мы пришли за состоянием, потому что такого состояния, такого действия, вот нигде нету, никогда мы ничего подобного не испытывали. Когда огромная группа людей становится единым целым. И когда эта группа людей начинает вот это состояние любви разносить по миру. Вот это самое важное. Это первый шаг. Очень важно, это самый важный шаг. Вот здесь кроется, знаете, почему вот Жанна написала, что прошла кучу обучений, а толку никакого. Почему? Потому что везде сдают только технологии. И говорят, надо изменять мировоззрение. А как? А вот я занимаюсь именно этим, обучаю именно этому. Как? Не говорю, что надо менять, а показываю, рассказываю, и люди на практике меняют. Вот в чем разница. Потому что когда я проходил обучение и видел, что результаты то есть, то нету, то есть, то нету. И я начал искать. И тогда понял, что это самое важное. Когда вы меняете свое понимание мира, мир очень простой. Все сложное, это все усложнили. Это воспитатели в садиках, в школах, родители. Они как их учили, так они и нам рассказывали. Все намного проще. Мир настолько прост, вы себе даже не представляете. И вот когда вы сможете осознать, понять это, у вас все поменяется в жизни. В том числе и здоровье в первую очередь. Дальше, второй шаг к исцелению. Я уже говорил о том, что у нас с вами 99,8% занимает совершенно не наше тело в нашей жизни. Это тонкие тела, которые как оболочка окружают наше физическое тело. Это раньше было. Сейчас я понимаю, и сейчас я вижу то, что все некоторые на меня говорят, что это не так, вот, потому что вот есть учения, есть те учения, у меня нет авторитетов. Я никому не верю, я все проверяю через себя. И вам рекомендую, не надо верить мне, берите и проверяйте. И если техники работают, если вы видите результат, то берите, бегите на учебу, пока еще есть такая возможность, чтобы быстро этому научиться и быстро начать помогать себе и другим людям. Потому что только тогда, когда вы видите результат, это является истиной. Кто бы вам что ни говорил, мне пускай говорят хоть 10 коробов. Я говорю, ребята, я не верю. Пускай это будет Нарбеков, пускай это будет там Лаура Сильва, пускай это будет, кто там еще, Свияш Александр, пускай там будет Золотов, Болотов. Пускай это будет кто угодно, самых там, ну не знаю, кто там самые такие для вас великие. Вот. Я вам хочу сказать, что я никому не верю. Я только когда проверяю, тогда я говорю, да, это работает. Вот так нужно подходить ко всем.
Мы все абсолютно с вами одинаковые, я ничем от вас не отличаюсь. Просто я немножечко раньше этим начал заниматься. Просто меня жизнь заставила, не деваться некуда было, или жить, или умереть. Поэтому я начал искать выходы. И мне Вселенная дала, через меня идет информация. Поэтому я благодарен Вселенной, но это не моя такая уж большая заслуга. И каждый из вас может этот результат добиться. Знаете, когда я понял, что все великие точно такие же, как и мы. Когда проходил семинар у Нарбекова еще в 2000 каком-то там третьем или четвертом году, и когда в туалете встретились, то оказывается, он точно так же ходит в туалет, как я. Поэтому после этого у меня рухнули все в голове вот эти все какие-то, там президент великий. Да нет, он такой же человек. А великим его создала свита. Короля делает свита. А на самом деле он ничем не отличается от каждого из нас. И вы можете быть в любой роли. Вы думаете, целители великие, они что, какие-то там что-то могут больше, чем вы? Да нет, они просто берут и делают. Он Володя Бербинец, он берет и делает. Наташа, там Федор, Лена, Володя, огромное количество, Эдуард, людей. Берут и делают, и у них все получается. Поэтому надо брать и делать. Так вот, второй шаг. Нам надо почистить наши мысли, наше астральное, ментальное и все остальные поля. Потому что там находятся все наши проблемы, там находятся все наши болезни. Вы знаете, что есть тонкое тело, которое находится, с моей точки зрения, это тело находится впереди, сзади, справа, слева, сбоку и так далее. Это не оболочка, которая окружает нас, совсем не оболочка. Так вот, на эти тела очень часто мы сами воздействуем и другие люди воздействуют. Например, кто воздействует? Кто-то сказал что-то вам вслед. И у вас уже внутри появилась тревога, и у вас внутри уже появились какие-то сомнения, у вас внутри уже появилось что-то неприятное, и у вас появляется какое-то заболевание. От слова, которое сказал, слово как может лечить, может и убить. Поэтому я что хочу вам сказать, что для того, чтобы... Так, сейчас паузу. А что надо любить всех подряд и врагов, и всех-всех-всех? Все, дальше читать не буду, а сразу отвечу. Значит, Лана, у нас... Лена, у нас врагов нету. Нету у нас врагов. У нас основной враг – это мы. Это мы сами. Поймите, люди, которые окружают нас, это зеркала. Мы живем в зеркальном мире. Когда вы утром встали и смотрите в зеркало, глянули и себе не нравитесь. Я иногда, знаете, утром проснусь, так смотрю и говорю: «Доброе утро, а вы кто?» Так вот, что вы делаете, когда вы себе не нравитесь? Вы идете в ванну, причесываетесь, умываетесь, душ принимаете, делаете боевую раскраску, подходите к зеркалу, совсем другой человек. Это же не тот, который был утром. То же самое происходит и по отношению к людям, которые нас окружают. Вот только что я разговаривал с одной из учениц из Германии, и она говорит: как я раньше не могла этого понять, что все, что происходит снаружи, это все внутри у меня. И я теперь понимаю, что если муж что-то там говорит и делает не так, то мне нужно обратить внимание вовнутрь и разобраться с собой. И когда я, говорит, начала делать,
муж начал деньги давать, потому что раньше вообще не давал. А тут, когда начал работать над собой, муж изменился. Почему? Потому что она изменилась. Пошла прическу сделала внутри себя. Помыла внутри себя, почистила. Поэтому, если вы делите мир на врагов, на плохих, на этот самый, я знаю, для многих это очень сложно сразу выйти на этот уровень понимания. Я абсолютно с вами разделяю. Очень сложно понимать, что человек, который тебе кажется, тебе внушили, что это враг, на самом деле это твой учитель. Это твое зеркало, которое показывает, что тебе нужно изменить внутри себя. Вот когда вы это поймете, то мир совершенно поменяется, как он поменялся у меня, как он поменялся у тысяч моих учеников, которые прошли обучение. Те, кто не хочет понимать этого, ну вот, а мои убеждения такие, ну это его выбор, это его право. Я же не могу заставить кого-то из вас поменять ваше мировоззрение. Я не могу никого из вас заставить изменить ваше видение, понимание мира и все остальное. Ваши убеждения можете поменять только вы сами, если захотите. Если вас устраивает такая жизнь, если вас устраивает состояние здоровья, если вас устраивает отношения, если вас устраивает отсутствие или недостаток денег, ну это ваш выбор, ну живите, как вы знаете, вот самая большая проблема у людей, это что, это зона комфорта, когда человек сидит в дерьме, денег нету, болезни, с детьми, с родителями, с мужем, с женой проблемы, ну ничего, немножко тепло, хоть и воняет, хоть и постоянная ругань, но ничего страшного. Как-нибудь, вот родители ж так жили, вот соседи ж так живут. Главное, чтобы волну не гнали, чтобы не нахлебаться этого дерьма побольше. Поймите, вы можете сейчас, у вас уникальный шанс полностью развернуть свою жизнь в другую сторону. Точно так, как сделал это я и другие люди. Я ничем от вас не отличаюсь. Просто я беру и делаю. Вот я разговаривал с одним успешным бизнесменом. Говорю, объясни мне, почему ты успешный, а вот сосед у тебя не успешный. А он говорит, а ты посмотри. Вот он сказал, я это сделаю. И сколько он уже делает? Неделю, да? А я сказал, что я это сделаю. И я тут же начинаю делать в эту секунду. Понимаете, в чем разница? Нету промежутка времени между сказал и делать. Если ты подумал, что надо это сделать, то надо это делать. А мы начинаем, вот, времени нету, денег нету и так далее, и так далее. Мы начинаем придумывать отмазки очередные, чтобы с этого дерьма не вылазить. И не важно, кто вы. Сейчас у меня обучались люди, кандидаты наук, очень успешные практикующие психологи, психотерапевты, многие люди, экстрасенсы, эзотерики, которые добились уже много признания в мире. Они обучались у меня. Почему они это делали? Я спрашиваю вот у одной ученицы. И говорю, ты сама принимаешь, у тебя времени нету, все забито, масса людей к тебе на прием идет. Зачем ты пришла на обучение? Потому что я даю практические навыки работы. Так вот, когда мы с вами делаем какие-то действия в обществе, то наши тонкие тела начинают покрываться, там вот, наверное, слышали такое понятие, как глаз, порча, там привороты, отвороты, плохие слова, пробитая аура и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно так. Это действительно так. И я вам хочу сказать, что
Наши тонкие тела, если есть там что-то на нем сидит, висит и подпитывается энергией, то это нужно очищать в первую очередь. И я даю абсолютно простые доступные техники. То есть вы берете технику, делаете и получаете результат сразу. Вам не надо идти никакой бабки снимать с глаз и порчи, которые вы сами себе чаще всего и цепляете. Или в соседка там что-то этот самое. Поэтому ваша задача какая? Ваша задача, если вы хотите действительно получить результат, то вам нужно обязательно начинать с очистки тонких тел. Самое простое. Я вам сейчас дам самую простую технику. Вы становитесь под душ. Не надо мыться просто так под душем. Намылились, душ поставили и представляете, и можете проговаривать, что смываете все страхи, обиды, все, что кто на вас что, какие мысли, формы нацеплял, все смываете, все уходит в клетку сток, в сток уходит. Попробуйте, и вы посмотрите, что у вас тут же изменится ваше состояние. Просто под душем. Хорошо, замечательно. Если так, как я сказал, вы будете себя чувствовать намного лучше. Не надо мне верить, берите и проверяйте. Дальше. Вы можете световые, душ представить цветной. То есть вода идет разных цветов. Каких лучше цветов, это мы на обучении, потому что у нас времени нету сейчас вам расписать все по цветам, какой цвет лучше. Когда мы с вами почистили тонкие тела, то мы уже сделали с вами половину дела. Дальше нам нужно, мы чистим при определенных техниках, потом чистим вот водой, есть определенные тоже техники специальные. Ну, одна из техник, вот такая простая душ. Ну, вот, затем, у нас есть еще, я даю технику очистку светом, потому что мы с вами светоцветовые сущности. Вот если взять тепловизор, нас посмотреть, то мы увидим, что мы разноцветные. Есть вот фотографии на ауры, они там, конечно, шельмуют, потому что там закладывают программу определенную и просто подбирают приблизительно то, что. Потому что каждый человек, он уникальный. Каждый человек, он неповторимый. Поэтому сфотографировать, сделать вашу ауру практически нереально. Знаете, вот Венера из Казани, они проводили семинар и проводили семинар в диагностическом центре. У директора диагностического центра был приятный шок, когда он начал проверять их. И вот пришла как-то она в одном состоянии, сильно замоталась, там работа, то все. И говорит, пришла, сажусь, он говорит, ой, у тебя что-то очень слабенькая энергия, у тебя упала энергия, ты это. Она говорит, сейчас, секундочку. И она тут же представила, что она наполнилась энергией, говорит, проверяй. И у него сразу выросли показатели во много раз. О чем это говорит? Что вот мы с вами можем управлять всеми этими процессами. И это подтверждают уже приборы. Дальше. Что нам нужно еще почистить? Обязательно почистить кровь и лимфу. Потому что вот есть, я видел, что присутствуют девчонки с СУМ, которые проводили исследования с кровью. Приходит человек с микроскопом и начинает проверять кровь. Кровь там слипшаяся, то, все. Берут человека, с ним работают нашими техниками. Сдает человек капельку крови, смотрит, не верит своим глазам. Идеальная кровь. Идеальная кровь. О чем это говорит? Что приборными методами уже есть подтверждение того, что мы делаем. Как чистить кровь и лимфу, здесь вам не буду давать, это буду давать на трехдневном семинаре. Следующее,
Как восстановить энергетическое поле наше? Потому что наша с вами задача, это уже вот третий шаг. Значит, первый шаг – изменение мировоззрения. Второй шаг – это у нас очистка тонких тел, очистка крови и лимфы на физике. Дальше, третий шаг – это у нас восстановление энергетического баланса. Прямо сейчас мы с вами сделаем технику, чтобы вы прямо сейчас смогли посмотреть и проверить на себе, как это работает, если вы знаете. Я вам дам не основную технику, потому что вы должны подготовиться, чтобы получить основную технику. Так вот, разотрите все ручки вот таким образом. Хорошо, разотрите. Чтобы ручки были тепленькие. Теперь берем с мизинца левой руки, снимаем кольцо. Вот представьте, что у вас кольцо, и вы снимаете тугое и в огонь бросаете. Теперь со следующего пальца на левой руке бросаем. Теперь со следующего бросаем. Дальше следующий бросаем. С большого. Теперь начинаем на правой руке с большого пальца. Сняли в костер. Сняли в костер. Костер. Представляем костер, представляем кольцо, сняли. И теперь попробуйте растереть. Напишите, руки теплее становятся? Что происходит с руками, как только мы сняли с пальчиков? Есть изменения? Напишите сейчас. Пишем быстренько. Есть ли изменения? Вот потрите ручки. Чувствуете? Легче рукам. Теплее? Да, руки теплее, покалывание, руки потеплели, все тело теплее. Правильно, замечательно. Горят, пульсация. Мурашки побежали, руки горят. Теплее, горячее. Замечательно. Просто замечательно, вы молодцы, теплее, теплее, горячее, ну, огромное количество, я просто не успеваю, но основная масса, ну, вот, у меня стали холодные. Значит, Алена, еще раз затрите хорошенько, замечательно. Так, замечательно. Теперь смотрите, что делаем. Берем и вот так вот перчатку представляем с ладони. Сняли, пальчик каждый сняли. И в огонь. Со второй руки. И в огонь. Растерли ручки. Растерли ручки. Правую руку ложим на лоб, а левую на лобок. Правую на лоб, левую на лобок. И теперь вот послушайте. Ладонь где-то теплее, где-то прохладнее. Вот обратите внимание, чаще всего прохладнее у вас будет на лобке. Особенно у женщин. Почему, я потом скажу, если вспомню. И ваша задача добиться, чтобы температура и состояние ладоней было одинаково. Вот если вы слышите, что уже рука теплеет на лобке. Замечательно. Теперь руку держим на лбу, а левую руку чуть ниже пупка. Большой палец касается пупка. Мы сейчас не можем полностью, чтобы добиться этого результата. Это вы перед сном или после сна попробуйте, и вы увидите, что вы сможете. У вас будет абсолютно одинаково. Вот слушайте сейчас на правой и на левой. Так, сейчас руки восстанавливаются, приходят в норму.
Так, теперь левую руку ложим на солнечное сплетение. Солнечное сплетение вы знаете где все. И добиваемся все внимание на ладони. Вот все внимание на ладони. Там теплее, там прохладнее. Добиваетесь, чтобы одинаково. Так, добьетесь, когда будет одинаково, дальше на грудь, средина груди. Добиваетесь, чтобы одинаково. Вот у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, там, например, кашель, бронхи, легкие, вот, у вас будет вибрации, покалывание на левой руке, там, надо добиться, чтобы эти вибрации ушли. Иногда это надо подержать минуты 3-4-5. И следующее, на горло ложим руку. На горло. И то же самое надо добиться, чтобы была абсолютно одинаковая температура на руках. Добились. Опять сняли, растерли ручки. Ложим на лоб и на лобок руку. Это уже второе упражнение. Первое вы поняли. Правая рука на лбу и левая снизу поднимается вверх. Так, теперь добились одинакового состояния. Правую ложим на горло, а левую низ пупка. То есть руки идут навстречу сейчас друг другу. Второе упражнение. Добились одинакового состояния. И теперь правая на груди, левое солнечное сплетение. И закончили. И напишите, вот как вы сейчас себя стали чувствовать? Что у вас происходит? Заметили какие-то изменения? Кто заметил какие-то изменения? Олеся, да, заметила. Да, Михаил. На лобок женщине положить. Правильно ты мыслишь. Легче стало. Что-то ушло и стало легче. Замечательно. Вы пишите, но там те, кто бросают спам, я вас люблю, ребята. А может это автоматом кто-то идет. Это самое. Жарко стало. Руки огонь. Просветлело в глазах, полегчало. Стало легче телу, здорово, легко стало. Руки очень горячие, а тело холодное, в местах прикладывания. Замечаю, легче стало, тело как бы невесомое стало. Мне стало легче, у меня почему-то рука на лбу холоднее. Ничего, Люба, это нормально. Вот надо добиться, чтобы везде одинаковое. Самочувствие прекрасное, легкость, вибрация, стало легче, легко. Прилив энергии, стало легко. Благодарю, прекрасно, на ладони жар, по телу теплая энергия пошла. Замечательно, то есть вы видите, мы делаем с вами простое действие. Вы можете это действие делать родным и близким, у кого есть проблема. Растерли, положили его на кровать и делаете это упражнение. И добиваете, чтобы у вас на руках было одинаковое ощущение. И вы посмотрите, как у человека тут же изменится. Те, кто проходил обучение, вы можете это делать на фантоме, неважно какое расстояние, и вы увидите, что все тут же придет в норму, все изменится. Вот это такие простые действия нужны, чтобы восстановить нашу энергию. Я вам хочу сказать, что те техники, которые я даю по биоэнергетике, они тоже очень много интересных, эксклюзивных, и нигде вы больше их не найдете, только у меня. Значит, это у нас третий шаг. Теперь смотрите, четвертый шаг – это работа с физическим телом. Мы уже начали чистить кровь, лимфу. Но физическое тело мы работаем
через суставную гимнастику. И вот есть у нас специальный сайт, где можно зайти посмотреть уроки бесплатные и так далее. Вирги, Светлана, выложите нашу комнату. Там люди занимаются, проходят обучение. То есть у нас оборудовано все. Вот организаторы Виргис и Светлана просто молодцы. Они сделали, автоматизировали все таким образом, что когда вы обучаетесь, у вас есть доступ к личному кабинету, где находится весь материал. Вы можете получить абсолютно весь материал. Вы берете, прорабатываете, там и видео, там и текстовые форматы. То есть вы абсолютно все это получаете, вот, когда приходите на обучение. Плюс есть там и бесплатная информация, которую вы можете посмотреть и так далее, и так далее. Вот. Поэтому дайте ссылку на этот, на кабинеты личные, вот, чтобы люди могли ознакомиться, зайти, посмотреть, что и как происходит у нас. Единственное, что те люди, которые, вот, не, например, приходят обучаться, вот у нас было 3 курса ясновидения, вот, приходят те, кто оплатили, они автоматом получают доступ к кабинету, заходят и обучаются. Плюс ко всему, я провожу сам постоянно семинары, работают группы поддержки, кураторы на более поздних сроках. Так что обучение у нас идет на самом высоком уровне. Теперь смотрите, какой у нас четвертый шаг. Четвертый шаг – это работа с позвоночником. Потому что у нас есть несколько систем, через которые управляется физическое тело. И вот вторая система – это нервная система. И если у нас позвоночник не в порядке, если у нас, а у нас, вы знаете, 144 чакры на физическом теле есть, и если у нас в определенных местах чакры не в порядке, то тогда очень сложно добиться стабильного высокого результата в обучении. Поэтому наша с вами задача какая? Наша с вами задача привести в порядок полностью свое физическое тело. И я даю суставную гимнастику. Эту суставную гимнастику тоже можно посмотреть в кабинете, на ютубе и так далее, и так далее. Значит, это у нас четвертый шаг. И пятый шаг – это технологии. Вот здесь у нас этих технологий огромное количество. Но заметьте, они на последнем месте. Если вы сделаете очистку тонких тел, если вы восстановите кровь, лимфу, если вы восстановите энергетическое поле, то вам и эти технологии многим не понадобятся. То есть то, что вы обучали у других, очень много уделяли этому времени, это не самое главное. Это как раз не то, что приносит вам самый главный результат. То есть все обучение у меня структурированное. Это не то, что кусочек там, кусочек там, кусочек там, кусочек там. Берете, делаете 1, 2, 3, 4, 5, и вы 100% получаете результат. Не надо ничего придумывать. Вы сами себе целитель, проделав 5 шагов. Притом вы видите, что все шаги, вот так как и с душем, очень легкие, простые, настолько доступные, что многие не верят, неужели вот так, такие простые шаги дают результат. Да, и когда начинают делать, у всех есть результат. Поэтому вот эта школа целителя нового поколения, которую... Только сейчас идет первый набор в эту школу. Это как собрать полностью структуру, не исцелить печень. Сейчас старые техники уже практически не работают. Сейчас нужно полностью собрать вот это лего, полностью собрать структуру. И я обучаю, как собрать структуру от мысли до определенной технологии.
технологии, которые мы с вами проходим, это скорая помощь. Это когда у человека болит, то надо убрать боль. Когда у человека проблема, надо убрать проблему. Потому что он не начнет менять свое мировоззрение, когда у него болит. Он будет думать только о боли. Когда у нас болит, мы думаем только о боли. Точно так, как вот женщина позвонила, 11 лет болит живот. Ничего медики не могут, кроме обезболивающих. Я говорю, ну давай попробуем убрать. За 5 минут уже улыбается, ничего не болит. 11 лет боли и 5 минут. Но надо учиться для того, чтобы привести себя в порядок. Эта боль почему-то есть. Она зачем-то дана нам. Мы должны что-то осознать. Боль это всего лишь сигнал, а мы боремся с сигналом. Вместо того, чтобы причину убрать, а мы боремся с сигналом. Глушим сигнал и думаем, все хорошо. Да, на некоторое время все хорошо, а потом вылазит все так, что мало не покажется. Поэтому я вас приглашаю пройти обучение в моей школе. Школе, которая переворачивает полностью всю жизнь. Притом, обучение сделали осознанно невысокое. Изначально за это обучение я хотел поставить цену 30 тысяч. Меня уговорили Виргис со Светланой, давай маленькую цену поставим. Я 15 думал. В конечном итоге сейчас цена, ну для тех, кто первые приняли решение, была цена до 2000 рублей или до 1000 гривен или до там 30 с чем-то долларов. Сейчас цена немножечко поднялась и она будет подниматься все ближе и ближе к курсу, к началу. Сейчас она 2 с чем-то там тысячи, 2 с небольшим, то есть 2300 или там сколько, я не знаю. Вот, посмотрите, если кому интересно, вы можете зайти по ссылке и посмотреть. Плюс ко всему, вы уже сразу оплатив, получаете подарки. Получаете подарки, то есть те техники, которые вам необходимы, и вы уже сможете сейчас начинать себя исцелять. Это очень интересные техники. Не ждите. Смотрите, это деньги, которые вы прокушаете, можете прокушать за один раз. А эти техники у вас останутся на всю жизнь. Поймите, 4 килограмма колбасы и жизнь без таблеток – это разные уровни, понимаете? Поэтому принимайте решение. От того, что вы пойдете или не пойдете, мне ни жарко, ни холодно не будет. А вот вам это просто необходимо. Почему я и сделал такую низкую цену? А решать вам. Шанса больше такого не будет. И на уговоры, те, которые сейчас вот сделали Виргис и Светлана, я больше не пойду. Почему? Потому что все имеет свою цену. Все имеет свою ценность. Поэтому у вас такой шанс в этом году больше не повторится. А может быть и вообще не будет. Поэтому что я вам хочу еще сказать. Вы будете получать домашние задания. Будете выполнять. Будете постоянно под контролем. И я буду проводить 3 с вами вебинара, которые помогут вам совершенно по-другому смотреть на все свои возможности, чтобы помочь себе, родным, близким и так далее, и так далее. Что я хочу вам сказать? Я вам хочу сказать, что я вас люблю, вы самые лучшие, а все технические вопросы, как оплатить, как зайти, сейчас вам расскажут Светлана с Виргисом. И я вас прошу, не теряйте такой шанс, потому что это действительно шанс, это действительно возможность. Это действительно встать на совершенно новый путь развития и помочь себе. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы,
Вы самые лучшие, вы гении. И у вас все получится. Если получилось у меня, у вас получится. Если получилось у моих учеников, и у вас получится. Ничего сложного нету. Все очень просто. Я вас люблю и выключаюсь. Пока. Если меня слышно, ставьте десяточки. Так. Меня слышно, наверняка слышно. Так, сейчас я вещаю в двух комнатах сразу. Отлично. Итак, друзья, ставим много-много восклицательных знаков. Благодарим Александра за те знания, эту веру, эту силу, которые он нам дает, потому что все, что он сегодня рассказал, было очень интересно. И те упражнения, которые он дал, были прекрасные, прекрасные. Так вот, друзья, благодарю вам за ваши восклицательные знаки. Попали, друзья, хорошему мастеру. И если кому-то хочется жить здорово, без таблеток, вы попали туда, куда надо. Так вот, друзья, ссылочки на подарку попросим Светлана, она здесь рядом с нами. И нажимайте на ссылочку, оплачивайте, потому что цена это следующему семинару будет подниматься. И не знаю, как будет с подарками. Наверняка уже их снимем, потому что начнется наше мероприятие, наш курс. Целую неделю будем упражняться по своему масштабу и по своей цене, и по своей ценности. Я не знаю такого курса. Мы специально сделали, чтобы было все возможно всем. Всем была возможность участвовать в этом курсе, потому что мы хотим, чтобы наш мир стал лучше. Мы хотим, чтобы вы стали волшебниками, что не вы жили в мире, а мир жил в вас. Чтобы вы достигали своих целей, стали здоровы, стали счастливы и достигали своих целей. Так вот, в этом практическом курсе, который будет происходить одну неделю, за такую символическую цену вы можете принять участие прямо сейчас, выразив свое намерение. Свое намерение: хватит нам старой жизни. Мы пойдем учиться и сами себя будем излечивать. Никто другой. Сами себя будем излечивать, потому что эта методика, чтобы сами себя научили исцелять себя, других. В общем, я могу сказать, волшебная, очень простая, очень доступная, очень понятная методика. Так вот, друзья, очень рад за тех, кто уже приняли участие, кто сегодня здесь пришли еще раз побыть в этой атмосфере, в этом драйве, в этом кайфе. И еще раз вот увидят, а те новички, которые пришли, вы встретили настоящего мастера. Я просто вас поздравляю, и у вас есть шанс изменить свою жизнь, потому что все можно изменить. Если у вас болело, там, скажем, 10 лет, значит, здесь можно через эту неделю все это снять, повернуть, потому что здесь эти техники, которые волшебным образом поменяют люди, жизнь людей. Но надо делать упражнения, надо заниматься. И поэтому выразите свое намерение участия в этом курсе. Так, я смотрю на ваши вопросы, я просто взволнован этой информацией, которую сегодня дал Александр, и этим участием людей, что вот это все интересно и что это полезно. Я могу сказать, что это очень полезно. Так вот, друзья, еще попрошу, чтобы Светлана дала ссылку
И чтобы люди, которые сегодня хотят реально изменить свою жизнь, снять недуги, которые много лет вас, говорится, несли, как крест за плечом несли, чтобы снять все это, потому что здесь это делается. В этой школе это делается. И если вы проходили много курсов и ничего не научились, здесь вы получите реальные техники. Очень простые. Будете снимать боль, будете снимать давление, будете снимать там, это, где есть внутри, это как кислота. Это будет снимать, все будет снимать, урегулировать, понимаете? Будете стать жизнерадостнее, веселые. Будете улыбаться и ставите счастливыми, друзья. Так, все подарки, все сейчас есть. Две подарки, две видео. Те, которые раньше уже приняли участие и свое намерение, они получили 4 подарки. А сегодня вы получаете 2 подарки. Очень ценные видео, которые сразу вот после оплаты вам придет. Придете в личный кабинет и уже смотрите, и уже исцеляете себя, понимаете? Я не знаю, зачем нам нести этот груз? Зачем? Зачем нам такая жизнь? Нам надо счастье, нам надо радоваться, улыбаться. Так вот, друзья, я сейчас передаю слово Светлане, чтобы она показала, рассказала, куда нажимать, где нажимать, как оплачивать. Друзья, желаю вам хорошего сегодняшнего вечера. Я с вами прощаюсь. Я вас люблю, вы самые-самые лучшие. И ставьте много восклицательных знаков. Благодарим себя, Вселенную, эту встречу, что мы здесь встретились. Эта встреча поменит вашу жизнь. С вами был Virgis Go. А сейчас видит Светлана Марсюкова. Спасибо, Virgis. Следи, пожалуйста, за модерацией чата. У нас тут очень товарищи некорректно поступали, но Вселенная уравновесит такой поступок. Мы уж не будем говорить как. Сами себе наквакали, как говорится. Так, а теперь мы отвечаем на вопросы. Так, дайте номер сберкарты, начиная на первый вопрос. Переходите, пожалуйста, по ссылочке, оформляйте заказ, и там вы перед вашими очами номер сберкарты. И не только номер, а все реквизиты. Дальше двигаемся по вопросам. Сертификат на этом курсе не выдается. Он выдается на следующих углубленных, которые будут после этого. На первом этапе сертификаты не выдаются. Они выдаются уже на третьем, когда вы уже почти что мастера и готовы сами проводить такие же курсы, как вот в данный момент Александр сейчас. Вот по поводу артроза вполне. Вот если здесь остались ученики Александра, и если вы знаете ответ на вопрос, помогайте, пожалуйста, мы вам очень будем благодарны. Так, Лена, вот последний вопрос по поводу онкологии. Ну, я не целитель, но я одно знаю, что, конечно, все лечится. Нет болезни вообще. Просто образ мысли, образ жизни привел к такой системе. Ну, в общем, не организатор, я не имею права вам это объяснять. Это вы уже спрашиваете на курсе, когда у вас будет свой чат, и там вы уже будете своих однокурсников со своими однокурсниками общаться. Да, вот Федор отвечает, что может. Спасибо, Федор. Это куратор, если это тот Федор, а я думаю, что это тот. Куратор Александра Ивчика помогает всем участникам в чате и к нему обращаются с вопросами, так же, как и к самому Александру Ивчику. Да, вот Федор пишет, что это он и есть. Личный кабинет, он у вас сейчас открыт, но открыт только для тех, кто... Те кнопочки открываются, за которые вы оплатили. Вот уже пошли оплаты, смс-ки приходят. Ради Бога, мы вас просим, прочитайте, пожалуйста, в реквизитах, откройте, пожалуйста, все, кто сделал сейчас заявку, пожалуйста, зайдите на свою почту и найдите письмо от Александра Ивчика
Поздравляем, вы оформили счет, вы сделали заявку на такой-то курс. Так, все есть. Переходите по ссылке. Так, давайте я тогда открою, сейчас попробую демонстрацию экрана. В личном кабинете у вас откроется только то, за что вы заплатили. Те вебинары, которые в свободном доступе, и информация в свободном доступе, она открывается любому. А вот ясновидение 3, VIP-курс, ясновидение старт, ясновидение вторая ступень, это все закрытая зона, ключик к этому, к этой дверце у Виргиса. Вы оплачиваете, он высылает вам ключик. Ключик доступа к курсу, который вы оплатили. Все, кто сейчас сделал заявку, оформил заявку, ввел корректно имя, e-mail, телефон, скайп и нажал зелененькую кнопочку «Оформить заказ», те смотрите у себя на почте, вам сразу же пришло автоматическое письмо. Вы сделали заявку. Вот, сейчас вот вам Федор, возможно, ответит, исцелиться от вредных привычек на этом уровне. Можно в час? В частности, курение. Я думаю, я знаю, что исцелиться можно от всего. Елена, оплачивать можно буквально до 16, то есть до 16, но просто к 16 числу цена вырастет, и подарков вы не получите. На сегодняшний день действуют два подарка. Кто оплачивает курс до 9 мая, вы получаете бонусами два видеоурока, два обучающих видеоурока, доступ к которым вам откроется после оплаты. Так, давайте. Так, какой еще был вопрос? Давайте я, наверное, не буду техническую. Вот у нас много вопросов по исцелению, и я хочу вот вам зачитать отзывы некоторых участников. Это вот, если здесь Григорий Ковун, если у нас в чате Григорий Ковун из VIP-курса из ясновидения 3, вот я у вас не спросила разрешения, имею ли я право, но все остальные участники, кто оставлял отзывы, дали свое разрешение зачитать отзывы. Так, Григория пока я не вижу плюсика. Но мне очень хочется зачитать отзыв. А вы пока внимательно изучайте содержание курса. И если какие назреют вопросы, вы потом озвучьте их, пожалуйста. Благодарю Федоровича и каждого из нас. Я вас люблю. Делюсь тем, что произошло этим солнечным утром после вчерашнего полета. Открылось абсолютное видение внутренних органов, процессов внутри, нейронных связей, протекания крови в венах и сосудах, соли на позвонках. Это нереально писать. 3D-видение объемное. Я вас люблю. Всем творческих успехов. Вы самые лучшие. И вот Александр ему отвечает. Григорий молодец. Он прошел, если не ошибаюсь, 3 живых семинара. А ближайший, кстати, ближайший семинар это у нас сходится с 12 мая. Полным ходом уже идет бронирование мест. Так вот, значит, Григорий молодец, он прошел, если не ошибаюсь, 3 живых семинара, проходит обучение сейчас на 3-й ступени ясновидения и видим результат этой работы. Не останавливайся, двигайся дальше. Успехов тебе на благо Вселенной планеты Земля. Я рад за тебя, я люблю тебя, ты самый лучший. Это ему ответил уже Александр Ивчик. Вот видите, просто сами таланты, они сами по себе не раскрываются. Это все-таки труд. Труд и не халявный. Вот пришел, послушал на бесплатный вебинар, и тебе ясновидение открылось, и все это, у тебя исцеление произошло. Конечно же,
конечно же, нужно приложить свои усилия, свою энергию вложить в обучение, в применение теорий, техник, практик. И вот постепенно, но все раскрывается и все исцеляется. Так. Отзывы у нас есть в личном курсе. Вот вы, если вы из рассылки Александра Ивчика, у вас есть в каждом письме кнопочка в конце письма на записи. Вот эта кнопочка ведет не только на записи, она ведет в личный кабинет, где все, что в свободном доступе, все доступно. Только те закрытые зоны, где за то, что вы не оплатили, за те курсы, которые вы не оплатили, у вас они просто не откроются. А записи в свободном доступе, они, пожалуйста, смотрите, не один раз на день крутите. Занятия будут проходить в режиме онлайн. Вот, вы можете прочитать, там это 16-го. Вот перейдем по ссылке. Перейдем по ссылке 16, 20, 23 мая в 20:00. Это живые встречи вот в такой вот же вот вебинарной комнате. И записи предоставляются обязательно. Как же без записи? У нас разные временные зоны. Кто-то даже просто по причине того, что у него 2 часа ночи, он не может присутствовать в прямом эфире. Такие люди у нас все равно покупают курсы и проходят записи. А как иначе? Они попадают в чат, где они общаются непосредственно с Александром Ивчиком, с группой, в группе мощная такая энергетика, и там что не курсант, тот уже целитель, готовый практически целитель. Уже сильная, в чате очень сильные у нас уже собрались не только сильной энергетикой, но и знаниями, опытом, техниками, практиками. Уже сами вот, готовые тренера, мастера и сами начинают выходить на такие площадки, вот как наши. Вот к Федору вопросу от Оксаны. Будет ли удален? Ну, то, что вам Александр научит, покажет техники, и применяя эти знания, вы уже сможете исцелить и папилломы, и кому нужно похудение в том числе, потому что техники, они простые, действительно может ребенок овладеть, но только нужно работать. Не будет просто так с неба заказал, намерение произнес, как вот это сейчас модно говорить, произнесите намерение, и все само произойдет. Не произойдет, ребята. Надо немножечко усилия вложить, что-то сделать, хотя бы пойти на учебу. Я хочу вас поздравить, первый шаг вы уже сделали, вы уже пришли на этот вебинар. И это уже половина пути, считай, пройдена. Дальше дело... Дальше, пойдя на обучение, вы уже несете значительный вклад в свое собственное исцеление, и ваша жизнь начнет меняться с первых шагов обучения. Так, цена остается 9. До 9 такая же остается. А вот после 9, я не знаю. Я не знаю, там, может быть, курс доллара вырастет, может быть, чего. Я могу только говорить до 9 числа, она сегодня вот такая вот. И если вы сегодня сделали заявку, все, вы за собой железно закрепили эту цену. Пусть она потом уже будет после 9 4000, но ваша стоимость сохранилась за вами. 2195, по-моему, на сегодня. Вот, вы главное оформляйте заявку и сохраняйте за собой номер счета. Запомните ваш номер счета, и это и будет ваше железное алиби, то, что вы сделали заявку, и ваша цена 2195.
она уже не будет для вас 4000, как для тех, кто придет на последний момент. В последний момент мы всегда повышаем цену, потому что обрабатывать заказы остается все меньше и меньше времени, соответственно, цена будет повышаться. Если, Наталья, у вас не оформляется заявка, значит, вы что-то вносите некорректно. Значит, посмотрите, какая рамочка у вас красная, имя или телефон. Если вы у телефона ввели плюсик, вас не пустит дальше система, потому что телефон введен некорректно. Или адрес вы ввели некорректно, и вас система не пропустит. Если вы ввели все правильно, все свои данные, и нажали зеленую кнопочку «Оформить заявку», все у вас откроется, и все, номер счета за вами сформируется. Наталья, пожалуйста, пробуйте еще раз. И если я могу сейчас открыть демонстрацию экрана, попробую еще раз вам показать все это. Так. Почему? Ага. Так. Попробуем сейчас открыть демонстрацию экрана. Так, крутится. Так, демонстрация экрана. Вот сейчас у кого не оформляется заявка, пожалуйста, все глазки на экран. Тот, кто спрашивал про подарки, вот смотри, подарки входят. Первый подарок – как снять порчу из глаз, исцелиться от глазных болезней. Так, я сейчас вам сразу покажу, где они находятся. Но эти подарки, ребята, откроются вам после оплаты. Вот ваш личный кабинет. Сюда попадает каждый, и для него открытый. Вкладка «Отзывы», кто спрашивал про отзывы. Вот отзывы с первой ступени. Смотрим все внимательно на экран. Вот я уже просто отвлекаюсь немножко. Спрашивали про отзывы. Вот отзывы с первой ступени. Эти кнопки у вас доступны. Вот. И вот здесь пошли отзывы. Их много. И, по-моему, должны... Вот нажимаете «Еще сообщение» и пошли отзывы. Нажимаете еще сообщения, и вот их очень там много. Так, вот. Это кто спрашивал про отзывы. Они находятся в вашем личном кабинете. Дальше, где находятся подарки, которые обещаны? Нажимаем кнопочку «Исцеление». Далее нажимаем кнопочку «Уроки исцеления». И вот он, ваш первый подарок, который у вас должен открыться после подарка, после оплаты. Снятие порчи с глаза от вирусных болезней. Так, посмотрим. Ага, вот, нажимаем «Показать». И вот видите, здесь видео. Здесь видеоурок. Александр рассказывает, как эта порча, как исцелиться от вирусных болезней, снять порчу из глаз. Дальше мы вам, вот видите, здесь еще есть какие. Как избавиться от страха, это тоже входит в подарок курсу, который вы сегодня заказываете. Как избавиться от страха, нажимаем «Показать» кнопочку справа. Вот, здесь Александр рассказывает видеоурок, как избавиться от страха. Здесь и это два видеоурока вам идут в подарок, если вы оплачиваете до 9 мая. Те, кто у нас участвовал, принимал участие в вебинарах вот, 3 мая, 19 апреля у нас был вебинар, 26 апреля, те получали в подарок самые первые 4 вот таких подарка. Сейчас подарки уменьшились, цена увеличилась, а к 4, ой, а к 16, 12 мая начало курса
Так, 16 мая начало курса, там уже не будет уже и подарков, и цена будет выше. Вот поняли, да, где те, кто уже оплатил, где искать подарки. Мы их ищем кнопочкой «Исцеление», далее вкладка «Уроки исцеления». Вот здесь вот мы ищем два подарка. У вас в вашем доступе будут только два подарка. «Как избавиться от страха» и «Снятие порчи с глаза». Так, закроем пока вот эти вот уроки исцеления. Вот она, школа практического целительства. Вот вы оплатили, и вам откроется. Сейчас пока здесь ничего нет. Материалы курса потом у вас появятся здесь. Как начнется обучение, ваши материалы будут вот здесь выкладываться, и у вас будет открываться доступ. Как попасть в личный кабинет, его активировать, вы получаете письмо после оплаты. Так, давайте я снова вернусь к оплате. У кого там не получалось что-то заказать. Вот. Значит, смотрите внимательно. Пишем внимательно фамилию, не обязательно. Пишем имя свое в поле имя. Я пишу тест. E-mail у меня автоматически подставляется. У кого автоматически не подставляется, смотрите, пожалуйста, правильное заполнение всех буквок. Нам пишут на почту, я оплатил, и там все реквизиты, все, куда оплатил, выслал. Мы подтвердили оплату. После подтверждения оплаты приходит письмо с ссылками, доступами на этот вот e-mail, внимательно будьте. Вот на этот вот e-mail, который вы оформили, вам автоматом после подтверждения вашей оплаты придет письмо от Александра Ивчика с ссылками доступа. Если вот вы тут поставили не ком, например, а ко, вот и пойдет на этот адрес с точкой ко. То есть вы просто не получите. Дальше я вношу телефон, он у меня автоматически подставляется. Если у вас автоматически не подставился, проверьте все правильно. Видите, все желтенько у меня, красных нет. Да, вот смотрите, если я сейчас напишу плюсик. Плюсик. Так, скайп свой пишу, оформить заказ. Так, и чего? Видите, у меня красным загорелся телефон, строка, где телефон загорелся красным, потому что я телефон ввела некорректно. Сколько бы я ни нажимала оформить заказ, зеленую кнопочку, меня система дальше не пустит, потому что у меня телефон введен некорректно. Вводите, пожалуйста, правильно. Плюсик не вводите, он уже есть. Если вы Россия, у вас начинается с семерки. Если вы Америка, у вас начинается с единички. Сейчас я введу корректно. У меня сейчас система должна пропустить. Оформить заказ. Все, у меня система пропустила. Сгенерировался счет. Мой номер счета 1833. У вас он будет свой. И вот этот номер счета нам нужно выслать вот на эту почту, она здесь указана в реквизитах, вот на эту почту нужно выслать ваш «Я оплатил номер счета 1833». Оплатила по системе «Золотая корона», например. Вот, по системе «Золотая корона». Кстати, нам сегодня пришло письмо «Golden Crown System». Я впервые такое слышу. О такой системе. Мне Виргис говорит, так это же по-английски «золотая корона». Вот видите, мы еще по ходу английский язык изучаем, но только нам нужно, когда вы переводите, допустим, по Western Union, MoneyGram, Unistream, нам нужны ваши данные. Вот, красным шрифтом читаем, что здесь написано. После оплаты напишите ваше ФИО, страну, город, в какой валюте был сделан перевод, код перевода, выданный сотрудниками банка, номер вашей заявки. Вот он, номер вашей заявки. Левый верхний угол. Вот что мы от вас ждем. На эту почту mail@светлана38.com. На эту почту мы ждем подтверждения вашей оплаты. Когда приходит оплата, мы не видим от кого и какой номер счета. У нас очень много оформленных счетов, и как это идентифицировать, только
Ждем от вас почту, письмо. Если вы умеете оплачивать на своем компьютере, вот две кнопочки верхние, через Яндекс и через PayPal, вы самые счастливчики. Почему? Потому что оплачивая такими вот кнопочками, первыми двумя предложенными, вам сразу же автоматически придет на почту письмо с ссылками доступа. Вот эти две кнопочки, если вы читаете все внимательно, у вас все получится. И вы не будете 10 раз спрашивать, а если карта Сбербанка, а вышлите карту Сбербанка. Да вот она, пожалуйста, у вас перед глазами, карта Сбербанка. Вот это номер и цифры ее. Когда вы оплачиваете карты Сбербанка, у вас автоматом высвечивается Светлана Станиславовна М. Значит, будьте спокойны, жмите со спокойной душой кнопочку «Оплатить». Ваша оплата уйдет по назначению, не кому-то Иванову, Петрову или Сидорову. И вот не зря даются, вот с номером карты дается, и вот у Александра Федоровича карта «Приватбанка». Тоже получатель Ивчик Александр Федорович. Когда вы вводите номера карты, там сразу высвечивается, кто держатель этой карты. Значит, все правильно ввели, циферкой не ошиблись. Можете спокойно нажимать «Оплатить». Вот. Тот, кто владеет системой онлайн-оплаты, ребята, мы вам рекомендуем выбрать первые две кнопочки. Яндекс и PayPal. Вот PayPal. В этом случае вам тоже автоматически система подтвердит оплату и автоматически вам вышлет все ссылки с доступом. Вот здесь вот вы оплачиваете этим PayPal. У кого есть личный кабинет, кто с этим умеет работать, но кто не умеет, научится, как в армии. Не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Вот. Ну, кто и не научился, конечно, ребята, вам просто старым дедовским способом через банк. Мне, в свою очередь, вот чтобы получить Western Union, MoneyGram, Unistream, контакт, это тоже так же нужно будет идти в банк. Поэтому мы от вас и просим, если вы перевели вот этими банковским переводом, обязательно сообщить нам на эту почту mail@svetlanaandreeva8.com, сообщить вот эти вот данные. ФИО, страну, город, валюты, в какой сделан. Потому что сотрудники банка, они дотошные. Они не выдадут нам ваш перевод, если вы нам что-то не прислали. Вот. Вот они все данные, то, что вы нам должны сообщить. Это для тех, кто пойдет в банк непосредственно. Для жителей Белоруссии у вас есть банкоматы, где можно оплатить веб-мани. Вот они номера веб-мани. Рублевый счет, это вот самый верхний. Жители Белоруссии могут оплатить также на Яндекс.Кошелек. Вот он, Яндекс.Кошелек. Если вы не хотите идти в банк, вы можете пойти в любой салон, магазин связной или Евросеть, это практически в каждом городе есть, и попросить продавца помочь вам оплатить, перевести перевод на вот на этот номер кошелька Яндекс. Если вы, конечно, не умеете вот дома оплачивать, дома, вот у вас есть дома свой кабинет Яндекс.Кошелек, и вот вы можете оплатить Яндекс. А, кстати, если у вас есть карта Сбербанка, пожалуйста, выбирайте вот этот вот самую первую кнопочку, потому что картой Сбербанка можно оплатить на Яндекс.Кошелек. Это самый легкий способ, причем вы получаете ссылку курса автоматом. Нам даже ничего не нужно писать. Я только что оплатила такой-то номер счета, в такое-то время. Вот если вы выберете, если у вас есть карта Сбербанка, выбирайте кнопочку вот «Оплатить через Яндекс», вот эту вот самую верхнюю. И нет проблем. И доступ к курсу вы получаете автоматически сразу же. Далее, вот вы оформили свою заявку. Сейчас я вам покажу, что вам пришло на почту.
Вот вам пришло на почту. Здравствуйте, вы на пути к большим экспериментам. Ваш заказ номер такой-то. После, читайте, пожалуйста, внимательно. Не думайте, что эта система накалякала просто так, и читать не надо, потому что я и так все знаю. Вот. Вам нужно вот это вот прочитать. Ваш заказ номер такой-то. После оплаты сообщите, пожалуйста, вот на эту вот почту, на какие реквизиты был отправлен платеж и номер вашей заявки. Вот. Это вам только что пришло на почту все, кто оформил заказ. В самом конце письма, если вы не выбрали подходящий вам способ оплаты, воспользуйтесь этой ссылкой, которая вас выбросит, эта ссылка на способы оплаты. Если вы сейчас закроете компьютер, то все способы оплаты у вас исчезнут, но у вас, как вещдок, то, что вы заказали, сделали заявку, осталось письмо, которое только что пришло на почту. Поздравляем, вы выписали счет. Далее, допустим, так, не допустим, а вот вы уже оплатили. После оплаты вы нам пишете, вот, без темы. Вот, только что провела оплату, пишите. Вот они, письма эти приходят. Так мы подтверждаем. Потом я подтверждаю вашу оплату. Статус создан, перевожу статус оплачено. И вот последнее письмо, которое вам приходит от Александра Ивчика. Ваш доступ к материалам курса. Вы выписали счет номер такой-то. Вот. Вот. Благодарим вас за своевременную оплату, вы заказали товар, и вот она пошла инструкция. Все написано, как попасть в этот личный кабинет, вернее, как сделать так, чтобы все открывалось. Вот она, эта инструкция. У меня здесь вот еще старые данные. У вас, видите, самым первым мы выдавали 4 бонуса, 4 видео, сейчас это всего 2. Здесь есть видео, как открыть эти подарки. Все здесь написано. Если вы умеете читать, то вы все найдете, все прочитаете. Я думаю, с этим мы разобрались. Прекратить доступ. Так. И закрываем. Так. Завершить общий доступ. Так, ну все. Так, ну все. Поздравляю вас. Письмо первое свое вы получили на почту о том, что вы создали заказ. Ждите второе письмо с ссылками доступа, которое придет после того, как вы отпишетесь нам, что вы оплатили только что на какие-то реквизиты в такое-то время. Далее. Ну и все тогда. Я думаю, вам уже все понятно. И, наверное, мы будем с вами закругляться. Вы большие молодцы. Я хочу вас поздравить за то, что вы занимаетесь собой, самоисцелением, саморазвитием, самопознанием. И как кто-то сказал в чате, оставим врачей безработными. Потому что мы сами себе целители, сами себе врачи. И я, знаете, мне вот еще сейчас вспомнился, вот еще все-таки хочу зачитать вот отзыв от Лены. Светлана, я немножко от тебя. В общем, есть вопрос, как оплатить из Украины? Золотая корона у нас оплачивает Украина, Яндекс, деньги Украина. По-моему, лучше всего оплатить на карту Приватбанка. Там в реквизитах есть. А, естественно, я что-то совсем. И у нас же Александр Ивчик из Украины. Конечно, но вы, ребята, у меня такое впечатление, что вы не перешли по ссылке. Не создали заказ, потому что если бы вы создали, вы бы увидели карту Приватбанка Александра Ивчика непосредственно, без всяких посредников попадет к Александру. Но я хочу вам сказать одно. От какого бы вы организатора ни пришли, мы все единая команда.
И если мы работаем вместе с Александром, Александр доверяет всем организаторам, как самому себе. Вы можете связываться со своим организатором, вы можете ему оплачивать на его реквизиты, нет никакой разницы, куда вы оплатите. Ваша задача, чтобы вашу оплату перевели из статуса «создан» в статус «оплаченный», это написать вот мне на почту. В реквизитах моя почта указана. Ваша задача отписаться, куда вы отправили платеж. И мы все подтвердим и все вам вышлем. На какие реквизиты, это вы со своим организатором можете договориться лично. Но мы вам дали прямые, можете напрямую оплачивать, которые указаны в заказе, писать нам, да, сколько в гривнах, я же хотела посчитать. Вергис, если ты быстрее посчитаешь, это будет... Друзья, друзья, я посчитаю, напишу сейчас на чате, сколько это гривенах. Но что я хочу сказать, сейчас эта комната скоро-скоро закроется. Кто хочет вот получить эти скидки, эти подарки, прямо сейчас делайте заявку. Потому что мы выключим комнату и все пропадет, понимаете? Вот поэтому я хочу. Еще можно платить пластиковой картой через PayPal. То есть, скажем... Сберкарта. Если у вас есть карта Сбербанка... Я вот только что включала демонстрацию. Вторая кнопочка PayPal, если вы нажимаете кнопочку через PayPal, тоже можно оплачивать картой Сбербанка. Да любой, по-моему, Маэстро, любой картой можно оплачивать. И Яндекса там Сберкарты точно самая первая кнопка. Это самые, самые удобные, легкие первые две кнопки. После них вы сразу же получите ссылки с доступом. Нам даже ничего не надо писать, отписываться, потому что эти две кнопки Яндекс и PayPal автоматически обрабатываются, а все остальные там уже нужно нам писать. Там мы уже должны вручную подтверждать, да, действительно пришла оплата, да, действительно. И вот потом уже вы, вам приходят все ссылки доступа. Так. Ну, я быстренько, Вергис, или ты, пожалуйста, посчитай, сколько это будет. О, уже сосчитал. 1064 гривна. Ага. Я еще хочу сказать, что кто платит из-за рубежа, то, скажем, система Яндекс не подходит. Надо через PayPal. Можно заходить, и там есть создать счет из-за рубежа, карты все можно платить, скажем, через систему PayPal. Из России все карты подходят на Яндекс. Так вот такая разница в этом. PayPal, пусть там PayPal сам конвертирует, евро конвертирует, он сам все конвертирует, независимо от того, какая у вас там валюта. Вы нажимаете, вам нужны, там, вы нажимаете рубли, если у вас на счету евро, он сам конвертирует и переводит нам рубли. PayPal это самая удобная система для зарубежных переводов. Попробуйте, если кто не пробовал, все когда-нибудь первый раз, у вас все получится. Вот. А через Яндекс кнопочку, там для России, это самый удобный способ. Так, ну все. Ну, наверное. Какие еще, может быть, вопросы я... Вергис, скажи, если вопросы были вверху, я их не видела, потому что я смотрела на экран. В комнату немножко. Один человек спрашивал, где, как сделать заявку. Вот мы дали ссылки, вот эти синие ссылки надо нажимать и сделать заявку, потому что это все сейчас отключится, и кто не успеет, уже не получит ни эти подарки, ни эту хорошую цену. Прямо сейчас вот заходите, кому интересно, кто хочет себя излечить, из других лечит их своих животных и своих родных. В общем, переходите по ссылке. От меня да, все. Вот смотрите, ребята, от Елены Кузиной я собралась зачитывать, и вот Вергис меня немножечко отвлек. Папа был полностью парализован, инсульт, еле мог говорить. Только эти техники смогли помочь. А главное, я верила, представляла.
Очень помогло общение с Александром на VIP-курсе. И, о чудо, сегодня позвонила отцу, и он смог уже встать и сам дойти до стола и обратно. Это дорогого стоит, ребята. Не всем суждено с диагнозом инсульт встать и пойти. Спасибо вам. Мы уверены на 1000%, что если вы поверили Александру и пойдете за ним обучаться, то вы станете здоровыми. И в этом вы убедитесь сами в ближайшее время. Спасибо всем вам. Всего доброго. И мы с вами встречаемся в субботу. Ой, сегодня суббота. Или в среду, или в четверг. Ждите от нас рассылки. Запись. Кнопочка на запись уже есть в сегодняшнем приглашении. Если вы получили письмо от Александра Ивчика, кнопочка на сегодняшнюю запись уже в сегодняшнем письме. Кто не получил, смотрите, спам там, я не знаю, может быть, попало. А кто пришел от других организаторов, вам сегодня-завтра, ну, завтра, скорее всего, уже ночь, вам завтра, послезавтра ждите от своих организаторов. Если не дождались, пишите сами, стучитесь, и вам откроют. Пишите, спрашивайте, дайте мне запись. И ждем вас, встречаемся в Сходице 12 мая, Куров, Сходице, Карпаты. Живой тренинг в силовом месте, где вы можете непосредственно с Александром общаться, заряжаться его вибрацией, его энергетикой и становиться таким же сильным, свободным, здоровым, способным менять жизнь себе и окружающим. Мы вас очень любим. Вы самые лучшие. С вами были Virgis Go, Светлана Марсикова, Александр Ивчик и много еще других организаторов. Спасибо всем огромное. Вы все большие молодцы. Мы вас очень любим. Пока. Отключаю. Я опять вернулся в комнату. Видите, есть ссылки. Заходили, все есть ссылки. Сейчас комната закрывается. Если вы еще не успели нажать на ссылку, сделать заявку, сделайте сейчас, прямо сейчас. Через 10 секунд комната закроется. И ваша возможность получить с максимальной скидкой и с двумя подарками будет уже, как говорится, на другой раз все будет дороже и будет уже меньше подарков. Так, с вами был Virgis Go, Светлана Масюкова и Александр Ивчик. До встречи в следующем. У нас есть план вторник, среда. Посмотрим насчет вторника. Есть еще такие мысли, скажем, про другой формат этой встречи. Но, в принципе, ждите наших писем, нашу рассылку. Найдете там записи и найдете приглашение на новые вебинары, которые как серия в прошлом вебинаре снимали боль. В этом семинаре изучили 5 шагов, как не болеть. А в следующем смотрите наши письма. Итак, прощайте. С вами был Virgis Go, Светлана Масюкова и Александр Ивчик.